Hello, всем привет. Сегодня я вам расскажу про Samsung Galaxy Tab S ESMEA T560. В общем, планшет обладает реальным сильным дизайном. Корпус из качественного матового покрытия. Сам экран из олефобного покрытия закаленным стеклом. Этому устройству уже 5 лет, в 2016 году он покупался за 12 с какими-то копейками, уже трудно вспомнить. В общем, что здесь? С долгим временем пользоваться он начал разряжаться. Также расскажу про него специфические устройства. Также расскажу вам про специфические устройства. Дисплей здесь 9,6 дюймов, 1280 на 800. Оперативная память 1,5. Накопитель 8 гигабайт. Флешка microUSB сюда идет до 128 гигабайт. Камера основная 5 мегапикселей, фронтальная 2 мегапикселя. Аккумулятор здесь же очень хороший, 5000 мАч. Вес этого устройства 490 грамм. Если снимать видео, 30 кадров секунду, 4 ядра, тут с частотой 1,3 ГГц на каждое ядро. Что еще про него рассказать? Да, камера здесь, естественно, не очень, но что-то сфотографировать для работы он очень будет полезен. Селфи-камера 2 мегапикселя, естественно, это где можно, с ним можно работать, если присутствует Wi-Fi. Здесь нету сим-карты. Ну, для работы самый такой классный планшет, я вам скажу. Также игры поддерживает очень хорошо, замечательно, можно и поиграть. Так же, как все и в телефоне. Так что всего доброго, не забывайте подписываться на канал. Всем пока, goodbye. Так что здесь идет USB зарядка, рядом разъем для наушников 3,5.